В среду в Иванове прошли обыски в квартирах оппозиционеров Михаила Гресева из движения «Солидарность» и Тимура Орлова из «Левого фронта». По словам активистов, сотрудники силовых структур вломились к ним в квартиры. Изъяли личные вещи, а их самих задержали на несколько часов. Причину задержания оппозиционерам не сообщили, но сами они связывают следственные действия с кадрами нашумевшего фильма «Анатомия протеста 2», на которых якобы присутствуют Орлов и Гресев. Сломали дверь, ворвались несколько спецназовцев в масках. Дома было два малолетних ребенка, один грудной из них. Значит, детей до смерти перепугали. Не объясняя причин, ничего. То есть стали проводить обыск. Ничего, естественно, не нашли. Забрали компьютер с флешками. Потом меня силой доставили в ОВД, продержали там два часа. Моральное давление ко мне оказали. То есть практически пытки, я считаю. И после этого, не извинившись, без объяснений, выкинули меня на улицу.